Огромная экспозиция, сотни успешных предпринимателей, насыщенная программа. В Самаре прошла интерактивная выставка «Бизнес от А до Я». Для участников подготовили тематические площадки, семинары, тренинги, круглые столы, кейсы и деловые игры. Кроме того, им рассказали о мерах поддержки со стороны городских и региональных властей. Не все бизнесмены знают о том, что есть дополнительные условия, и гарантийный фонд, и бизнес-структуры, которые помогают именно развиваться бизнесом. На форум пригласили опытных спикеров-практиков. Они поделились с начинающими и уже состоявшимися предпринимателями секретами развития успешного бизнеса. Рассказали, как мотивировать персонал, почему коммерсантам необходимо уделять внимание социальным сетям и как можно увеличить продажи, не выходя из офиса. Мы выбрали тех тренеров и те программы, которые нам важно посетить. И вот сегодня пришли не только собственники бизнеса, но и их работники, которые в дальнейшем в своих бизнесах будут это внедрять. Я считаю, вот это самая ценность и важность для бизнеса. Выставку «Бизнес от А до Я» организовали сотрудники Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Этот форум станет одним из последних в уходящем году. Программа сформирована всех мероприятий, которые мы проводим, таким образом, чтобы было интересно как действующим предпринимателям, потому что у них совершенно другие запросы по работе с рынком, у них опыт другой, у них вопросы взаимодействия там уже с органами власти совершенно другой, и тех предпринимателей, которые только собираются открыть свой бизнес. В 2019 году в Самаре провели 16 бесплатных семинаров для предпринимателей и для тех, кто еще только думает открыть свое дело. Перед участниками выступили преподаватели самарских вузов и акулы регионального бизнеса. После тренинга все желающие могли получить личную консультацию. Анатолий Головко, Константин Головин, события.